Великая Отечественная война, пожалуй, затронула каждую семью в нашей стране. Не стала исключением и моя. Я хочу рассказать о своем дяде, Атнашкине Владимире Ивановиче. В 1944 году Владимир Иванович поступил в Казанский авиационный институт. Но уже в феврале 45-го, когда ему исполнилось 18 лет, он добровольцем ушел на фронт. Владимир Иванович участвовал в войне с Японией в составе Забайкальского фронта. Участвовал в разгроме Квантунской армии. Освобождал порт Артур в ходе Маньчжурской операции в августе 1945 года. Владимир Иванович награжден медалью за победу над Японией, а также орденом Отечественной войны второй степени. После демобилизации в 1952 году он продолжил работать на благо родного села.